Со стороны может показаться, что скалолазание – это просто. Но на самом деле здесь важна сила, ловкость, вера в себя, а главное – желание дойти до конца. Открытое первенство и чемпионат города по скалолазанию к памяти Сергея Безверхова проводится ежегодно уже 16 лет. Растет год от года не только количество участников, но и география соревнования. В этот раз на турнир приехали 88 спортсменов из Сургута и района. Юные скалолазы продемонстрировали навыки в дисциплинах «Скорость классика» и «Скорость эталон». На предмет эталона нужно сказать, что эталон – это вот он и есть эталон, это стандарт. Потому что вот такая же стена, какая у нас 15 метров высотой, она везде такая. Она ничем не отличается от нашей стены. И в Париже, и в Токио, и в Рио, да, прочим, и в Нью-Йорке. И Олимпиада, которая будет у нас, предстоящая Олимпиада в 2020 году, и скалолазание там присутствует, как и спорта. Скалолазы будут соревноваться здесь. На такой же стене эталонной будут проходить. Все ребята занимаются скалолазанием с детства и, конечно, мечтают попасть на Олимпийские игры. У наших спортсменов, считают специалисты, есть потенциал и возможность оттачивать свое мастерство. И шанс приблизиться к заветной мечте предоставлен каждому. Ведь недаром ребята предпочли скалолазание другим видам спорта. Занимаюсь 8 лет. Самое лучшее выступление – это на России в Калининграде занял 3-е место. Другие виды спорта мне больше не нравятся. Вот скалолазание как-то, наверное, понравилось. И к тому же моя мама недавно, давно занималась этим видом спорта. На скалах уже был, а мечта, это попасть на олимпийские соревнования, и победить там. Победителями чемпионата стали Макар и Варвара Житковы, Кирилл и Максим Плотниковы, Егор Шатов, Дарья Кочубей, Дарья Стрижкова, Анастасия Родионова, Дарья Бабская. По итогам открытого первенства будет сформирована команда для участия в окружных соревнованиях. Они пройдут в декабре. Виктория Алексеева, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости.